Кстати, хорошая цена на шейкер, 750 мл, он достаточно большой, за 349. Цена за два держателя, сразу говорю, поэтому цена, в принципе, привлекательная. Блестки, фарфор, шикарный вариант кружечки. И вот так будет выглядеть с оленем. Здесь олень прям на всю тарелочку. 10,1 на 8,7 и на 3. Ну, такие небольшие, очень прикольно смотрится тоже. 219 она стоит, 1300, двуспальный, обалденный. Пледики по 249. 120 на 150. Фужер голубого цвета с таким орнаментом. Ну, я бы сказала, что они даже синие. 189 рублей за штуку вместо 242. Это под шампанское фужерчики. Шейкеры для коктейля. Кстати, хорошая цена на шейкер. 750 мл. Он достаточно большой, за 349. Вот он какой, смотрите. И ведро для шампанского. Ну, это уже, конечно, вообще супер. Это эффектно будет выглядеть на любом столе, особенно если это льда. Вот все сделать, как, знаете, как в фильмах. Ну, очень классно. 399 рублей. Ну, это, знаете, наверное, для любителей шампанского, потому что целый год потом хранить, если вы потом будете его доставать на 14 февраля, на другие праздники, то можно брать такое ведерко охлаждающее. 21,5 на 20 сантиметров, нержавеющая сталь. Эффектно выглядит, конечно, как в ресторанах и отелях. Блюдо 25 сантиметров на ножке. Почему-то их осталось всего 4. То ли их было мало, может, они с прошлого года. Напишите, кто видел, кто знает. Может, это с прошлого года. Вот оно, как выглядит блюдо. Но вот их всего 4. Я вот не пойму, то ли разбирают какие-то выгодные покупки, потому что стоит оно 299, может, цена понравилась. То ли еще это остатки распродают, то ли достать не успели. Ну, не совсем понятно. И вот более бюджетные салатники. Вот он. 70 рублей. 140 миллиметров, вот такой, тоже нарядный, прозрачный, прозрачное стекло. Вот эта фирма, она есть и в Ашане, и в Фикс Прайсе, ну много где, смотрите. Вот такой глубокий салатник, 103 миллиметра стеклянный, вот смотрите, какой большой. Можно под салат, можно под фрукты, мандарины, бананы, всю красоту выложить на Новый год, ананас, ну прям прекрасно все поместится. Такой салатничек. И блюдо 315 миллиметров. Упрочненное стекло. 180 рублей вместо 263. Ну, тут тоже только два блюда. Под торт шикарно будет. Смотрите, какая красота. Вот такое блюдо. Так что, девчонки, если хотите застать вот такие позиции, смотрите, все по два. Блюдо 2, салатник 2. Не знаю, будут доставать еще или нет, поэтому бегите, пока не расхватали, берите, если что-то понравилось. Вот эти вот точно были держатели в том году. Держатели для салфеток. 199 вместо 252. Вот они вот есть такие глянцевые, серебряные. Есть такой полосочкой с перфорацией меленькой. Цена за два держателя, сразу говорю. Поэтому цена, в принципе, привлекательная. Если... Не знаю, если у вас не 20 человек, то вполне себе нормально. На четверых, там на восьмерых, на шестерых. Вот, еще с вот такой перфорацией, как вариант. Тоже, они все в серебряном цвете, просто с разной перфорацией. Кружка фарфоровая, 360 мл за 169 рублей. Сейчас покажу, наверное, так вот не видно. Она переливается очень красиво. Вот такой узорчик. И вот в таком узоре. Точно такая же кружечка. Она, знаете, как черное серебро. Вот такое покрытие. Очень хорошо блестит. И кружка зимняя глиттер. 400 мл. Фарфоровая. За 150 рублей. Очень интересные кружечки. Очень атмосферно выглядят. Обратите вот внимание. Смотрите, как снежинка блестит. Прям тут блестки. Блестки, фарфор. Шикарный вариант кружечки. Здесь снежинка, такая каемочка. И также мне очень понравился вариант с вот таким мишкой северным. Гляньте, как нежно, гляньте, как красиво. Вообще, в принципе, даже на каемочке, вот получается, поверх серебряной части выглядывает белый фарфор, как будто снежком припорошенная. Ручка белая,
медвежонок. Ну, красота. И та хороша. Тут уже, знаете, на ваш вкус и цвет. Вот такой салатник Silver Collection. Все это серебряная коллекция. Вот она такое, знаете, темное серебро. Вот оно так и называется. 199 рублей за салатник. И также два варианта салатничков представлены. С вот таким оленем. Посмотрите, как красиво. Вот не передает камера. Это еще все переливается серебром. Очень здорово выглядит. И с вот таким орнаментом, как и кружечки. Тоже красиво. Тарелка 19 сантиметров фарфоровая, тоже в двух вариантах орнамента из той же коллекции Silver. Вот такая. И вот так будет выглядеть с оленем. Здесь олень прям на всю тарелочку. Ой, и каемочка серебряная. Очень дорого выглядят тарелки. Прям, знаете, намного дороже, чем 199 рублей. Если не хотите набор, можно, знаете, даже для своего удовольствия взять пару тарелочек и кушать из них зимой. Это просто прелесть. Да не только зимой, они очень классные. Вот такая фарфоровая тарелочка праздничная, десертная. 20 сантиметров за 219 рублей. Смотрите, какая. Ну, это уже вообще классический такой сервиз. Шикарно выглядит, вот шикарно. Тарелка 22 сантиметра суповая. Фарфоровые тарелки за такую цену, это уже хорошо, я считаю. Вот видите, она с золотым. Каемочка золотая, все это переливается. Вот она, суповая тарелочка. И обеденная, вот такая, 26 сантиметров фарфоровая. Тоже с каемочкой. Вот. Видите, как переливается. Вот так все. 349. Это тоже по карте цена. И то же самое вот с тарелочками сервировочными рыбка. 10,1 на 8,7 и на 3. Ну, такие небольшие. Как раз хорошего размера. В виде ракушечек. По 70 рублей по карте. Вот эти по 70. Такая же сервировочная 18 на 13,5 и на 2 по 100. Такие ракушечки еще. Побольше уже размером. И также звезда. Морская такая тема. 119 рублей. 15,6 на 14,5 и на 2,5 фарфоровая. Смотрите, как она с перфорацией блестит. Переливается. И селедочница. Тоже интересный, кстати, вариант. 36,5 на 7,6 и на 2,5. Смотрите, какая. Ой, обожаю. Обожаю такие всякие тарелочки необычные. Класс. Очень классно смотрится. Тоже 159 рублей. Фарфор, девочки, все фарфор и мальчики. По-моему, очень здорово смотрится. И также есть большего размера. Вот, тарелочка сервировочная. Звезда большая. 19,8 сантиметров на 19 и на 2,6. Смотрите. Вот она уже размером побольше. Вот сравню с той маленькой, которую показывала. Вот видите? Не знаю, видно ли вам разницу в размерах. Ну, видно, видно, что она больше. И также есть тарелочка раковина. Очень прикольно смотрится тоже. 219 она стоит вместо 299 по карте. Можно, если любите морепродукты, все морское, то вообще можно отличную тему создать, отличную атмосферу на столе. Все рыбное, допустим, подавать вот в таких морских вариантах тарелочек, как вариант. Салфеточки. Салфетка 30 на 45 сантиметров за 60 рублей. И такие снежинки. Переливается, блестит. Вот как выглядит. И есть также серебряные круглые салфетки. 99 рублей, ну 100 рублей. Вот видите. 100 рублей вместо 199. 38 сантиметров салфеточка. Но она стандартная. Она везде и в Икее, и в Ашане. Везде есть, а так она смотрится. Прям серебряная, очень нарядная, будет классно переливаться. Просто супер вариант. А вот еще набор бокалов для вина. 450 мл для белого вина. Смотрите, какие. Я их, конечно, вам показать так не могу, они упакованы. Два бокала за 399, вот 400 рублей. Но они очень красивые, богемия все-таки. И также для вина красного.
за 400 тоже две штучки. Вот. Для белого, для красного. Ну, которые для белого, они уже, для красного они шире будут по размеру. Так что выбор всяких кухонных принадлежностей новогодних уже пополняется. Прям, в принципе, есть что посмотреть. И есть еще комплекты постельного и пледики. Почему-то здесь их совсем чуть-чуть. Я думаю, что просто еще не успели достать, потому что на самом деле в том году было очень много всего. Вот, смотрите, например, евро. Рождественские узоры, всего 1300. Наборчик вязевый. Смотрите, как смотрится. Наборы по шикарным ценам. Вот семейный за 1500. Красота. А это что? Семейный сатин. Сатиновый комплект за 2700. Цены очень низкие. В ленте на постельное также. Вот сатин сверкающий тоже. 2300 всего. 100% хлопок. Сатин. Красота. Сверкающий лед. Морозные узоры. Полтораспальный. За 1500. Хлопок сатин. Вот тут подписано, где сатин, где бязь. И вот еще тоже такие варианты узоров. 1300. Двуспальный. Обалденный. Очень красивый. И полторы вот такие тоже. 200 на 240. Пледики. Пледики по 249. 120 на 150 в разных цветах. Вот он зелененький с колокольчиком. Беленький со снежинкой. Тут как раз чеком снежинка закрыта. Ну вот он зато упакован сразу с бантиком. То есть никакой дополнительной упаковки можно не делать. Вот так вот и все. Вот. Тут тоже снежинка закрыта. И голубенький еще. Вот он. Такой голубой, там тоже какой-то узор, но непонятно по ценникам какой.